Добрый день. Я уж поехал, оттуда с той стороны глянул, там вижу, крышу кроют. Я вернулся. На сам процесс-то я не попал. Поднимать больше не будете сейчас? Нет, все. Ага. Значит, не будут. Ехал на малину, к ним заехал. И я не подумал, через решетку вот эту смотрел. А там поехал на той стороне, увидал, что кровельное железо лежит наверху. Ну и сразу опять повернул, второй раз. А Володя с Шариком на малину, на колхозную, бывшую. Вот они где. Игорь Александрович, Барабаш. Они по заказу делают длину, какую надо. Вот. Там слез Терентий. Терентий там был. Делал он первый час. Дело движется к обеду. Тут Еремия что-то делает. Крышу кроет. Вот оно уже сколько покрыто. Потом, очевидно, стены будут. Никогда Барабаш ничего не скрывает. Придешь, радушный такой. Все ему друзья, вот Бог дал же так. И ребятишки такие же у него. А другой ненавистный такой. И дети такие же растут, волчата. Вот так. Поэтому отвечать за детей придется, а? Благослови его, Господи. Борода-то седая, из боков стала. Заботы? И забота сколько тут? Достать где? Непогода. Одновременно 430 гектар земли. Техника плохая, ломается. И вот дерзнул же он на это. Дай ему сил, Господи. И добрых помощников. Это Сергей Павлович там упирается, старается. На сеновал не прячется. Работник хороший. А тут интересно, тополь такой бледный, там то ли вода рядом или что-то такое, но обязательно так. Он, у него другой даже цвет, вот он какой. А там вверху гнездо. Самые макушки, высокий тополь. Игорь, тут пожарная машина своя. Техника всякая разная. Заправочная. Господи, дай ему сил все перенести. Кормилец наш.